Стучался в крыло. Да, стучался в крыло. Поехали. Первая часть этой дуэли. Шиков, естественно, в роли лидера. Он очень здорово вчера квалифицировался на четвертую позицию. Георгий Чистый, 120-м. Ну, понятно. Ой-ой-ой-ой, ошибка на Куридаше. Очень серьезная Никита Шикова. Никита, разбила, разбила. Ошибка была. И ошибка была серьезнейшая. Сейчас, Егоша Чемин, смотрите, ай-яй-яй. Ай, переждал вот так, ай-яй-яй-яй. И очень-очень активно сам там подъезжает он, на ручнике даже догоняет Никиту Шикова. А Никита Шиков, кстати, там практически остановился в этом повороте и не оставил места совершенно для своего партнера по заезду. Пришлось Гошу Чемину распрямляться и просто ехать на прямых колесах. Ой-ой-ой. Вот так финиш. Вот так финиш, друзья.